сегодня хочу вам рассказать и показать свои покупочки, которые были сделаны в день распродаж. День распродаж здесь происходит после Рождества, то есть так называемый Boxing Day, то есть день после Рождества, и здесь у них пол цены на разные комплекты, которых я напокупала много для подарков. Ну, понятно, показывать их не смогу, потому что все увидят, кому что подарю. Ну и что-то я прикупила для себя. Ну и просто какие-то подарочки, которые были сделаны на Новый год, тоже, возможно, войдут в это видео. Ну и вот хочу показать, вот такой я комплект купила от Техник. Здесь у нас кремовый и пудровый хайлайтер. И вот здесь таких вот 4 оттенка. На самом деле огромная была распродажа, вот за всего лишь за фунтик. Я решила взять, в принципе, за фунт, это очень-очень дешево. Так, сейчас покажу, вот так вот на все она открывается. И здесь два кремовых и два пудровых оттенка. Такие вот действительно хайлайтеры. Сейчас покажу. Так, наверное, вот здесь покажу оттенки. Такие вот это кремовые, очень действительно кремовые. Покажу вам и при вечернем освещении. Чем-то вот, если честно, похоже. Чуть-чуть так вот отличаются. И кремовые. Тоже вот кремовый, пудровый и кремовый. Что я говорю? Вот розовый пудровый и розовый кремовый. И такой персиковый. Вот они. Вот здесь два пудровых и два кремовых. Вот так вот они выглядят. Действительно, такие хорошие хайлайтеры за фунт. Мне кажется, это вообще по лимонаду цена. Вот так они выглядят на солнышке. Такие вот. Действительно, хороший оттенок. Вот такой они прям светятся. Показать хорошо. Вот хайлайтер от Техник в вечернем освещении. Вот вечером, как всегда, очень виден этот шиммер, эти блестки красивые. Вот они какие красивые. Вот свотч. Опять же, на свотче видно, как красиво переливается и играет со светом этот хайлайтер. Конечно, шикарно выглядит вечером. Даже можно как тени. Очень красиво выглядит. Так вот красиво переливается этот хайлайтер. Опять же, 4 оттенка под любой макияж подойдет. Советую присмотреться. Тут есть, как я уже сказала, и кремовый, и пудровый хайлайтер. То есть удобен в любом варианте. Дальше я купила вот такую помаду от Revlon. Такая вот помадка от Revlon, тоже за еврик, в цвете 850-м, ирис. Тоже очень-очень, мне кажется, просто чуть ли не за даром. Вот в таком она оттенке ягодном, как я люблю. Такая вот она с шиммером, очень кремовая. И, кстати, она даже слегка водостойкая, потому что пигмент очень въедается в губы, и его на самом деле очень сложно потом вымыть. Ну, то есть он очень такой пигментированный, и потом даже если помада эта съедается, на губах все равно остается этот пигмент ягодный. Так вот он выглядит.
естественно, обязательно покажу при вечернем освещении. Помада от Revlon в вечернем освещении в цвете 850. Тоже, конечно, шиммер очень красиво вечером передается. Вот он именно такой красивый, как я люблю, ягодно-красный оттенок. Ну и как я люблю именно кремовые такие помады. И вот, конечно, для меня, мне кажется, это находка из масс-маркета просто. Вот при таком разном вечернем освещении он отдает то более в красный, то более в ягодный. То есть чем темнее, чем меньше свет попадает, тем он более красный оттенок. И чем ярче, то есть чем электрическое освещение ярче или это день, то оттенок более ягодный. Дальше я приобрела такой карандашик от Makeup Forever Aquamatic. Они водостойкие, эти карандаши. Тоже была огромная распродажа. За 3 евро можно было купить, за 3 фунта можно было купить этот карандаш. Покупала, кстати, все это в Такимаксе. То есть там уже скидки идут на него, то есть 5 паундов, плюс наверх было скинуто 4, и сейчас уже 3. То есть вот я уже приобрела за 3 евро, за 3 фунта. Так, сейчас покажу оттенок у меня. Я вот даже и не знаю, если честно, какой у меня оттенок. Не могу тут найти нигде цвета. Ну вот он такой черный. Черный с шиммером. В принципе, для этого я его и купила. Если бы, может быть, был просто черный, то я бы его не взяла. Но вот именно с шиммером мне понравилось. Здесь вот он выкручивается. Он водостойкий. И вот сейчас хочу показать. Вот он именно с таким шиммером. Покажу при вечернем освещении. Будет видно лучше при вечернем освещении это все. Вот так вот. Ну вот думаю, при дневном тоже хорошо видно. Виден этот шиммер. Вот я думаю, на праздники, вот именно если подводить подводку, то хорошо не просто черным карандашом, а вот именно с таким шиммером провести. Тем более за 3 паунда очень хорошая цена. Вот такой угольный черный выглядит на улице, но вот он тоже с таким шиммером. Надеюсь, что виден этот шиммер мелкий. И тени карандаш в вечернем освещении от Makeup Forever Aquamatic. Нашла я в каком-то оттенке, это в оттенке D10. Вот так, Diamond Black. Есть матовый черный. И есть даймонд, то есть вот именно с блеском. Так вот, может быть, не очень видно, но при вечернем освещении вот этот блеск, этот, как они говорят, даймонд, то есть бриллиант, очень хорошо виден. Вот он как красиво переливается. То есть если вы ищете что-то действительно стойкое, потому что на самом деле очень он водостойкий и... Он не просто, вот как сказано, водостойкий, он действительно очень-очень тяжело, очень его тяжело смыть. Очень тяжело смыть, он такой прям сажа. И вот если вы ищете стойкий, может быть, праздничный какой-то, вот как раз-таки праздники с таким блеском, то вот присмотритесь к Makeup Forever, этим теням-карандашам. Еще раз повторюсь, в оттенке D10 Diamond Black. Вот тут так поменьше освещение, и вот здесь уже тоже виден этот шиммер, такой красивый. Советую тоже присмотреться к этим теням-карандашам, с учетом того, что они стойкие, то есть они вас не подведут. Вот такой вот, как я уже сказала, здесь выкручивается, даже сама крышечка переливается, наверное, чем-то похожим. То есть на самой крышечке оттенок тоже похож, как и на сводче.
Вот он в цвете D10 Diamond Black. Ну, здесь тоже сказано, что он водостойкий. Сколько здесь? 1,4 грамма. Ну вот советую, очень советую вам присмотреться. Там, ну, достаточно так много оттенков, как матовых, так и с шиммером. Поэтому вот, кому интересно, можете присмотреться к этим карандашам. Ну ладно, так, решила вам все-таки показать комплекты, которые я купила в подарок. Это один из них. Всего на комплекты я потратила 30 фунтов, то есть все было в полцены, все комплекты в полцены. Вот такой комплект от Soap & Glory. Очень люблю этот бренд, вот купила для своей подружки. Цены я, естественно, уже открыла, поэтому, если честно, уже и не помню, сколько стоило. Но вот здесь у нас мочалка входит в комплект, гель для душа, спрей для тела, сама мочалочка, я не помню, уже говорила или нет, и сахарный скраб для тела. Очень люблю и аромат этого бренда. Так, вот у нас тут 250 скраб для тела, 300 мл спрей и 100 мл гель для душа. Вот такая вот красивая баночка, и очень люблю этот Soap & Glory. Вот так вот красиво переливается. Следующее я купила, это я купила, естественно, отдельно, но это буду дарить вместе. Это крем для, мыло для рук, лосьон для рук от Garden Collection. И вот такой крем для рук. Рук и ногтей, вот так вот красиво он открывается. Сейчас вам покажу, вот так вот красиво открывается. И сам в коробочке находится этот крем. И вот, что мне понравилось, ну, естественно, с помпой, что удобно. И плюс, посмотрите, какая красивая корзиночка. То есть, в ванную комнату поставить, мне кажется, будет очень красиво. То есть, вы помоете ручки, потом кремом их помажете, чтобы они не сохли. И вот так вот очень красиво. Ну, естественно, крем с собой можно всегда еще взять куда-нибудь в сумочку. То есть, вот, не знаю, очень мне понравился этот комплект. И плюс еще вот с такой красивой подставочкой. И еще раз повторюсь, все было полцены, то есть очень все за все эти наборы, вот эти, тот, который я вам показала, еще два вам покажу, за все я заплатила 30 фунтов, то есть все было в полцены. Следующий это вот такой мужской набор от Dove, долго я думала, что же выбрать мужскому поколению. Если честно, особо ничего в этом не понимаю и решила выбрать от Dove. В принципе, неплохой бренд, и здесь много чего. Здесь и дезодорант, и гель для душа, и после бритья. Ой, господи, что я говорю? Гель для... Вот так вот покажу. Значит, здесь в этот комплект входит крем для бритья, после бритья, дезодорант и гель для душа. Вот такой вот комплект. Не знаю, ничего в них не понимаю, но, насколько знаю, да, в принципе, неплохой бренд. Следующий комплект, это комплект от фирмы Number 7, номер 7, по-моему, это английский бренд. И здесь основная, это вот эта сыворотка, масло для лица, что очень хорошо для антивозрастной кожи. И вот такие маленькие, ну, не все, конечно, маленькие. Вот в 30 мл это масло, и в 50 мл умывалка для лица. Остальное все в таких мини-пробничках. Крем для кожи вокруг глаз, дневной крем и ночной крем. Вот такой вот красивый комплект. Вот так вот он будет красиво открываться. Здесь, ну, открыть не могу, потому что запечатано. Ну, вот так вот. По-новогоднему очень красиво выглядит. Кстати, эти комплекты думала, планировала купить еще, но не купила. Вот здесь все в 25 мл. То есть дневной, ночной и вокруг глаз 5 мл. А, кстати, еще и идет полотенце для лица. Вот, планировала купить еще такие комплекты, но они идут просто на расхват, потому что это бренд хороший. И их остался последний. То есть вот поэтому один только получилось у меня купить. Также решила познакомиться с косметикой Dr. Pierre
Пьер Рико. Я рассказывала об этом бренде в видео о журнале Allure. Я получила от них пробник. И вот решила, у них 60% скидки, вот с 60% скидкой решила купить себе такой пилинг. Это пилинг с гликолевой кислотой. Пилинг нужно держать 10 минут и сразу же, естественно, смывать и использовать только зимой. Что мне понравилось, то есть это идет напрямую с Франции. Если вы покупаете на 25, я говорю про Англию, 25 паундов, то бесплатная доставка, всегда подарки, подарок и пробнички. Три пробничка, по-моему. И что еще мне понравилось, что, несмотря что это приходит с Франции, есть описание и на русском языке. Вот программа обновления кожи, здесь 6 ампул по 4 мл. Вот так вот все это выглядит. Здесь, кстати, показано, как нужно наносить эти ампулы, то есть круговыми именно движениями, то есть на шее, на щечках, на лбу, господи, забыла даже слово, на лбу. Вот такими круговыми движениями. И вот сейчас покажу, как выглядят они. Это вот такие вот маленькие, буду называть их ампулы, то есть такие вот. С чем, кстати, мне нравится, что открыв одну, так вот они выглядят, открыв одну ампулу с гликолевой кислотой, вы, вот так вот, кстати, здесь так выглядит, вы, использовав какое-то время, вы, как это сказать, так, не то, что вы ветриваете, но у вас остальные все в закрытом состоянии, то есть могут дольше пролежать, да, не то, что вот вы открыли, попал воздух и все. Теперь у вас только, например, там полгода или год использования. Нет, здесь чем хорошо, что использовав, допустим, три, вы остальные три можете оставить на следующую зиму, потому что их использовать можно желательно раз в неделю, ну, максимум два раза в неделю, но не больше. То есть такой ампулочки хватит надолго. Вот программа обновления кожи. Что здесь у нас еще такое написано? Так, оп. Ну вот, как всегда, не хочет фокусироваться. Вот так. Где-то тут у нас было описание про этот продукт. Более конкретно. Так, так, так. Значит, программа обновления кожи. Действует она по принципу микродермабразии и пилинга. Кстати, микродермабразия, показывала в пустых баночках, мне очень-очень понравилось. Здесь у нас гликолевая кислота. Значит, используйте только один тюбик для каждого нанесения. Нанесите средство тонким ровным слоем на кожу лица и шеи, исключая глаз, область глаз и губ. Оставьте на 10, ну максимум 15 минут. И после высыхания полностью скатайте средство осторожными движениями, не растягивая кожу. То есть этот гамаш нужно, как и гамаш, нужно скатывать. Потом тщательно смойте водой и старайтесь, чтобы вода не попадала в глаза. Оно для любого типа кожи. Использовать нужно в течение 3 недель, а при чувствительной коже в течение 6 недель один раз в день. То есть три раза. Два раза в неделю в течение 3 недель, два раза в неделю в течение 3 недель, или при чувствительной коже раз в неделю в течение 6 недель. Но я использую, если честно, раз в неделю вот такие пилинги. Уже второй раз я пытаюсь использовать какую-то масочку, а то, мне кажется, это будет слишком-слишком плохо. То есть они предупреждают, естественно, как и при любом пилинге, может вызвать легкое жжение, легкое покалывание, но это препарат, и, естественно, это будет временно и сразу же пройдет. Ну и, конечно же, если аллергия, то обязательно вам нужно смыть это средство и перестать им пользоваться. Ну вот интересно мне очень попробовать вот Пьера Рико такой. Такие средства. Потом в пустых баночках обязательно с вами поделюсь, понравился ли мне этот эта кислота или нет. Дальше от Pierre Rico, тоже с 60% скидкой, я приобрела такой крем для кожи вокруг глаз.
На сайте Pierre Rico вы можете поставить, какой возраст конкретно вас интересует, что конкретно вас интересует, и вам выдаст продукты, которые подходили бы для вас. И вот я решила попробовать, и у меня было поставлено, что мне подошел бы этот крем для кожи вокруг глаз. Ну и вот я решила попробовать. Это мне 31. Этот крем для комплексного омолаживания контура глаз. Ну вот наносится он утром и вечером. И 15 миллилитров тут, как всегда. Сейчас покажу вам, как сам крем выглядит. Значит, благодаря сочетанию трех активных компонентов крем разглаживает и увлажняет кожу, улучшая процессы дренажа в ее клетках. Заметно уменьшает темные круги, отеки под глазами. День за днем взгляд становится более открытым и искрится молодостью. Ну вот, посмотрим здесь. Такой вот он с розоватым подтоном. Ну вот, попробую. В пустых баночках вам обязательно расскажу. Сейчас хочу показать вам консистенцию этого крема. Такой вот он воздушный, на мой взгляд. Так, вот сейчас давайте попробуем. Кстати, на что хочу обратить внимание, что баночка стеклянная. Это стекло. Ну, давайте попробуем. Очень, кстати, воздушный такой крем. Легкий. Я думала, что будет плотный. Ничем особо не пахнет. Да, ну, слегка есть отдушка. Не знаю, мне не очень нравится эта отдушка. Не скажу, что противная, невозможно пользоваться. Но какая-то такая, как будто не пластмассы, даже не знаю, сложно сказать. Но крем, тем не менее, очень легенький, то есть такой вот выглядит, что должен хорошо увлажнять кожу, потому что вот я даже чувствую на руке, она такая гладкая, то есть кожа такая гладенькая стала. Такой вот очень легенький крем. В пустых баночках расскажу вам, понравился он мне или нет. Ну вот, как здесь выглядит, что он даже, вот видите, такой вот хорошо увлажняет, как будто чуть-чуть с маслами, потому что вот если посмотреть, то он даже так вот чуть-чуть блестит. То есть это хорошо, особенно на зиму. Чтобы хорошее было именно увлажнение кожи вокруг глаз. Это самое-самое главное. И при покупке средств Pierre Rico предоставлялись подарки. Один из них это был вот такой вот наборчик. Наборчик это у нас интенсивная программа для упругости кожи за 21 ночь, эффект лифтинга, то есть текстура с подтягивающим эффектом, кожа разглаживается, тонус повышается и кожа вновь приобретает упругость. Вот так здесь все эта программа выглядит. То есть вот здесь описание, опять же здесь как использовать, какими движениями все это нужно наносить. И вот сами эти, назовем их так, таблеточки. Открыв одну таблеточку, вы всю должны ее использовать. То есть вот это на 3 раза такое средство. Не знаю, как выглядит она внутри, еще не пробовала. Вот, средство наносится легкими движениями по направлению от центра лица к периферии, затем на кожу шеи. Каждая доза содержит количество, необходимое для одного нанесения. И рекомендуется не хранить средство после того, как одна доза была открыта. То есть, открыв одну дозу, используйте ее всю. Мне кажется, что здесь, наверное, много, если это в виде масла. Не знаю, если это в виде масла, то, конечно, это очень много здесь. Средства этого... Сейчас вам покажу получше. Вот так вот это выглядит. То есть вот в такой коробочке. Здесь вот какими движениями наносить нужно на кожу. И вот такая вот программа из 21 капсул, то есть 21 ночь, наносится на ночь. И эффект лифтинга у вас будет. То есть это давалось в подарок. Не возлагаю больших надежд, потому что в подарок обычно такие уж прям вау-вау средства не дают, тем более полную, не пробничек, а полную
полный комплект, назовем это так. Ну, интересно попробовать, обязательно с вами поделюсь уже в пустых баночках. Также от Пьер Рико прислали пробнички вот в таком красивом пакетике с такой реклапкой. То есть вот три пробника они включили сюда. Вот такие это были пробнички. Один это ночной крем, который я уже пробовала, который был у меня в журнале Allure. Вот они опять его решили положить. То есть, как они обещают, регенерация за одну ночь. Вы увидите сразу же результаты. Дальше вот такой вот антивозрастной крем. 3 в 1. И вот такой вот с гиалуроновой кислотой крем. В принципе, неплохо. Интересно попробовать. Обязательно вам расскажу, что тут у нас тут. Крем «Тройное действие против морщин». Гиалуроновая кислота. Тут у нас восстанавливающий крем. И ночной интенсивный регенерирующий крем. То есть большое спасибо. Хорошие подарки они дают Пьер Рико. Попробую, если понравится, буду заказывать еще. Так что кому интересно, вот посмотрите, у них сейчас 60% скидка и вот относительно неплохие подарочки. Дальше мне прислали вот таких 2 пробничка парфюма. Посмотрите, как красиво все и как мило. Вот такие. И вот такие. Один из пробничков парфюмов новинок. Это был парфюм от Пако Рабанна Lady Million Privé. Наверное, так, не знаю. Простите за то, что неправильно это все называю. Ну, вы название видите. Вот так вот все это красиво выглядит. Такие вот темная такая баночка. С таким вот золотым красивым оформлением. Этот аромат принадлежит группе ароматов восточно-цветочный. Это новый аромат, выпущен в 2014 году. Верхние ноты – апельсиновый цвет и древесные ноты. Ноты сердца – малина, гелиотроп и ваниль. И ноты базы – пачули, какао и мед. В эту полночь белым, белым нам придет Новый год. Ну, так, что вот могу... Думаю, что шлифить будет очень хорошо, потому что тут буквально я его чуть-чуть нанесла, и сразу такой вот восточный аромат. Сладковатый аромат. Знаете, я бы сказала, что осень-зима. На лето, наверное, будет немножко рисковат. Все-таки он такой на больше на такой осенне-зимний сезон. Такой деловой аромат. Я бы не отнесла бы этот аромат к таким девочкам-подросткам. Нет, вот я бы именно отнесла бы его к такой бизнес-леди. Могла бы спокойно отнести, могла бы отнести к девушке, которая должна пойти на какое-то важное собеседование, где вот прям ее какая-то... вот девушки, наверное, знающие себе цену. Вот так вот я, наверное, тоже бы расценила бы. Вы знаете... Вот мне понравился аромат, он такой вот, он чем-то зацепил, даже, не знаю, вот какая-то его вот такая, то ли это какао, ну, хотя не скажу, что это какая-то какао, малина я вообще не чувствую. Ну, вот, вы знаете, вот прям чуть-чуть нанесла, и сразу же вот такое прям, вот что-то такое зацепило. И упаковка, конечно, шикарная. Понравился, вы знаете, вот мне понравился, вот даже не знаю, имбирь или это какие-то мандарины, вот, наверное, какие-то мандарины с имбирным печеньем, вот что-то вот так вот я бы отнесла бы этот аромат. Мне понравился, вы знаете, есть в нем какая-то такая перчинка со сладостью, вот он не такой прям, мне кажется... Оригинальная версия Lady Million, она более такая воздушная, более сладкая, то это более терпкая. То есть вот те, кто любит более терпкие ароматы, я думаю, что им понравится этот аромат. Следующий парфюм, который был мне прислан, это новинка от Агент Провокатор, Pure Aphrodisiac.
Господи, не могу даже выговорить. Так. Pure aphrodisiac. Вот так. Aphrodisiac. То есть чистый афродизиак. Это новинка от Pure, от агент-провокатор британского бренда, если кто не знает. И хочу обратить внимание на ваше внимание вот на эту красивую баночку. Парфюмер, который создал этот парфюм, он был вдохновлен образом женщины, которая настолько уверена в себе, что осмеливается носить самое провокационное кружевное белье. То есть, насколько ей комфортно в собственном теле, которое, естественно, незабываемо и неоспоримо привлекательно. Этот аромат, как я уже сказала, это новинка от агента провокатора. Она относится к группе цветочно-фруктовые. Выпущен он в 2016 году, ну и быстренько по нотам. Верхние ноты – мандарин, ром и груша, то есть такие сладенькие ноты. Ноты сердца – жасмин, тубероза и орхидея. И ноты базы – это мускус, амбра и древесные ноты. Ну вот сейчас попробуем, затестим его. В эту полночь белым, белым нам придет Новый год. Ну, что я могу сказать? Я вот сейчас затестила, и сразу же, что мне пришло в голову, это парфюм от Dolce & Gabbana «Императрица», вот кто знает. Вот прям сразу же. Вот кто любит этот парфюм, тот и полюбит этот агент-провокатор. Но он такой прям сладенький, вот сладкая зеленая груша, что-то вот, вот груша так точно. Вот его я отнесла бы к девочкам-подросткам, вот просто идеально на лето. Просто вот да-да-да, к девушкам солидным, таким бизнес-вумен, я бы их не отнесла, потому что слишком такой сладкий, такой мимишный аромат. Он неплохой, неплохой аромат, мне нравится, кстати, парфюм от Dolce & Gabbana «Императрица», очень безумно его люблю. Единственное разочарование от Aphrodisiac, от... господи, я, наверное, никогда не выговорю это слово. От афродизиака я бы, наверное, это я от этого не ожидала, потому что для меня это должен быть такой терпкий аромат, вот, наверное, который я показывала до этого от Пако Рабанна. Вот я бы отнесла бы его, потому что по мне это что-то такая какая-то игра. Вот тут сказано, что девушка, которая уверена в себе и не стесняется ходить в нижнем белье, то есть это должна быть какая-то провокация. Ну, в парфюме этой провокации я абсолютно не слышу. Это прям девичий аромат, легкий, цветочный, сладкий. Вот прям 100% это вот такой вот мыльный такой аромат. То есть вот, как я уже сказала, что Dolce & Gabbana «Императрица», также можно отнести это, кто знает, вот Lavin Ramour, их аромат, но именно вот этот Ramour 2. Вот тоже к этому аромату я бы их могла бы отнести. Вот это прям такой аромат на каждый день. То есть сладкий, вот именно вот такая китайская вишня. Вот кто знает китайскую вишню, она такая сладенькая такая вот тоже. К сожалению, я подразочаровалась. Аромат мне нравится, но не ожидала я этого аромата от этого бренда, потому что они более такие провокационные все-таки ароматы делают. И вот этот, ну вот это такой девичий все-таки аромат. Поэтому приобрести его, я думаю, что приобрету. Мне нравятся такие девичьи ароматы. Кстати, это парфюм или это у нас туалетная водичка? Парфюм. То есть хорошо, что парфюм будет держаться хорошо. Я приобрету на лето, мне кажется, буду с удовольствием им пользоваться. Но... если вы ожидаете что-то от него такого провокационного, все-таки это афродизиак. Так, все, я больше это слово произносить не буду. Так, все-таки это то, что вы понимаете, что, то не ждите этого, конечно. Но аромат мне понравился очень. Вот он именно летний. Летний сладкий вкусный аромат вот 2016 года мне понравился.